ужасно трудное музыкальное произведение, которое может исполнить только мастер. Потому что на самом деле фуга – это такая музыкальная вьюга, которая кружится себе на месте, все набирает, набирая обороты, и вот, и уже совсем не удержать. Но мастер, конечно, удержит, это ведь он и мастер. Поговорим пока о водосточной трубе. Заметьте, не о музыкальной трубе. Ей нету места в нашей сказке, потому что все место в нашей сказке занимает водосточная труба. Она висела на доме и служила для стока воды. На своей службе водосточная труба была лет уже так 30. А как известно, 30 лет для водосточных труб – это глубокая старость. И водосточной трубе давно было пора выйти на пенсию, когда она в конце концов и собралась. Проводы ее решили обставить как можно более празднично. И обставили. Цветов и гостей возле дома было пруд-пруди. А городской глава даже зачитал трогательную речь, которую закончил такими словами. Потому что служить для стока воды было ее призванием. Это он, конечно, водосточную трубу в виду имел. Гости положили цветы на землю и захлопали. Водосточная труба сказала, а вот и нет, служить для стока воды было моей работой, а мое призвание – это музыка. Гости на всякий случай перестали хлопать и тоже на всякий случай подняли цветы в груди. Они не знали, как на это реагировать, и городской глава тоже не знал. А водосточная труба продолжала. К сегодняшнему празднику я подготовила для вас фугу. Только хочу напомнить, что я водосточная труба, а не музыкальный инструмент. Поэтому не надо ожидать, что мое исполнение будет совершенным. Я попытаюсь вложить в него всю свою душу. Я уверена, что вы получите большое наслаждение. Может быть, лучше не надо? Осторожно, но твердо спросил городской глава. Он испугался за свои уши. Да, может быть, лучше не надо? Повторили вслед за ним гости. Их барабанные перепонки были ничуть не крепче. Но я хорошо подготовилась, сказала в свое оправдание водосточная труба. Всем стало совсем непонятно. Собирается она все еще исполнить фугу? Уже нет. Вы простите за любопытство. Когда-нибудь раньше пробовали это? Ну, исполняли музыкальные произведения? Нет, никогда. Скромно ответила водосточная труба. Я всегда служила для стока воды. Может быть, вы тогда нам покажете красивый сток воды? В вашем исполнении это будет величественное зрелище, воодушевленно сказал городской глава. Да, да, это будет величественное зрелище, повторили вслед за ним гости. А вот и нет, я исполню фугу. Первый и единственный раз в своей жизни, а на один раз имеет право каждый. И без лишних слов она начала. Вступительный звук был душераздирающим. Городского главы хватило минуты на три. Потом он стремглав побежал, куда глаза глядят. Гости бросились за ним. Кто-то закатывал глаза, закрывал уши. Но, к счастью, водосточная труба этого уже не видела. Она играла, словно в беспамятстве. Когда открыла глаза, она никого не увидела, только Иоганна Себастьяна Баха. Спасибо, произнес Иоганн Себастьян Бах. Как вы смогли это выдержать? Интересовалась водосточная труба. Это было прекрасно.
слышная труба горько усмехнулась. Она не поверила Иоганну Себастьяну Баху. Музыкальное произведение исполнено один единственный раз в жизни. Прекрасно всегда. А уж что он имел в виду, Бог его знает.